Понятно, я думаю, что такое матчмейкинг уже. Так, согласен, ладно, этих можно размучить. Сдают инфу. Тифузов, конечно же, нету. Я понял. Я понял. Расскажи про авторпати после Старладера. Нет, ребятки. Что случается на авторпати, то остается на авторпати. Как говорится. Фон, ребятки, не знаю, что за фон. Реферал мой ник, просто пиши все на сайте. А ты, да, Диман, тебе понравилось, я попробовал? А, не, не успею подобрал. Боже. Ля-ля, как же давно я матчмейк не играл. Оп, Хитман, тихий убийца. Вышел, чпок, чпок. Почитай апдейт. Я не знаю, пробит. Вот это клатч. Вот это клатч, мэн. Нет, прицел. Ну, пробовал в виде точки, но никогда не буду с таким играть, неудобно. Так, как там нигиф этот покупается? Давайте потестим, что это у нас такое. Идем на банан поспреем. Волхак, чпок, чпок, я всех вижу. Смачок подкинем себе. Он вообще стреляет? О, боже. По пульке не поспрейте, я понял. Не, папа, это полная шляпа, ребятки. Это надо реально сидеть и в дым шить. Что за Bloodhound перчатка? Ты типа как у меня? Мне она кажется крутая, очень красивая. Я бы посмотреть на качество Factory New, как она будет выглядеть.
It's B. Все ножи мои старые. Да, блин, вон бабочка тоже хороша, посмотри, какая она красивая. Почему чешка? Мне больше нравится сюда. Does he even speak English? Yes, I can. If you have some questions, I can talk in English with you. Банан. Это хае мне зарядили. Не повезло. Погнали опять ковры под бушем, чё? Я так думаю, это дырка на ночь. Фишек хотите? Давайте покажу вам фишку эту жесткую, ну реально. Unbelievable trick. Unbelievable. Вчера Ваня такое делал. Конечно, делаем, вчера я показывал. Это что за яйца такие? Интересные. Ну-ка разбей его. Спасибо, кто подсказывает мне, что яйца это с курицей. Ну, видите, тут у нас неадекватные люди. У которых давно не было девушки, и они дайте друг, пожалуйста. Занимаются делами с курицей. Спасибо.
Shitty ones. Я что-то бегу по катарисму, слышу какие-то топоты, читаю чат, не обращаю внимания. Дайте друг. Где взять такой графитик? Купить надо было. Согласен, можно репортик кинуть человеку. Та-ра-та-та. А за есть подсветкой? Ну, скролл подсвечивается. It's chicken, rabbit. It's chicken. It's still chicken. How tall are you? 190. Нет, дальше сначала DreamHack Tour. Саня будет стримить по-любому. Все крысит и крысит-то. Какая тренировка у вас в понедельник? Can you show your video settings? Yes, of course I can. That's mine, video settings. Да, Faceit, конечно, подставил, только постримить решил. Но он не работает. Ладно, глядим, братки дадут мне дроп или не дадут. Благодарочку. Boost me. Oh la la.
огнем с магом пошалим в доме. Тип, конечно, элитно гранаты откидывать мой. Вот этот. Все мне в лицо кинул. Can you show your models here? This might be model settings. На сейве, конечно, матчмейкинг я не рассчитывал. Ладно, меня поверили, мне дали дроп. Надо браться. Так, ладно, надо бить яму, правильно? Правильно. Долетело.
Красной мышкой HyperX. Ну так, не успел поиграть особо. Не зашло. Но Негиф я уже потестил, это невозможно с ним играть нормально. А вот револьвер потестим, ну не потестим, потому что у меня стоит дигл. Да, да. One headshot. Как нет-то? Лёва. Не засчитывали. Yes, B. All B. Почему с М4А1 играешь? Ну, потому что... привык уже. Давно играю с ней. Ну, я думал поменять, на самом деле. Стрельну, чтобы модельку лучше с вами смотрю повторы и попал. Тикрейт хороший. А, мне же сказали, что микро шипит, ребятки. Это, ну, только на сегодняшний стрим, так. В следующем разу попробую это пофиксить. Клава все та же. О, как авик сел. One B. Попал в хедшот, походу. Снайпером. Следующий планирую тоже на этой неделе. Смбак, хедшот. Что-то не будет, к сожалению. Кстати. Скины, конечно же, не решают. Бам-бам. Let's finish this game, boys, and play. Open some cases. Реально ли с монитором садиться попасть в ПЛ? Конечно, реально. С любым монитором все реально. Вопрос в том, что сложнее это будет или легче. Thank you.
там малые, серьезные? Тяжело нам будет за атаку, чувствую. А как тяжело нам будет за атаку. Как же ему тяжко, бедняга. Порят! Порево! Раньше ты был вторым снайпером, почему не пикаешь ВП? Я беру на трейни только за контров, Олег, потому что мне позволяет на Б-атак. У нас есть два лучших снайпера в мире. Почему не использовать их? Почему без вебки не настроил? Что делать, если в CS 40 FPS реально тащить нет? Без 40 FPS ты уже ничего не сделаешь. Так просто выбежал. Смог на катушке. Ну, хорошо, если дадут, покажу. Не факт, что мне дадут кинуть, потому что будет мясо на банане. Отлично. Садитесь сюда. Целитесь вот это дерево. Подрезать хоть раз. Сейчас мы этим и будем заниматься. А
Так, 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 что у нас там? Мы скоро закончим уже. Еще 4 раунда. Кто из нас будет участвовать на турнире 2 на 2? Узнаете в скором времени. Пока еще точно не решено. Да, было красиво тогда драться. Ну, мои пацаны раунд берут. Сколько разделять? Или тренировкам? Это все индивидуально, нет какого-то определенного минимума или максимума. Слышите эту музычку? Она успокаивает. Алло, братиш, ты там уснул? Да, ты. Нормально, мид поджали. Почему лор продал? Тяжелые времена, ребят. Топ-8 на чемпионатах. Тяжело, тяжело живется. На никого. Как тебе Киев? Как всегда, отлично. Люблю Киев. Я играю на ДМе. Я им карты тоже. Что нужно для стабильности? Много играть. Меня
яма. Так, тебе выпал этот нож или ты его купил? Купил. На, и буду играть на кэш. Когда next игр в EPL? В среду следующую. Следующую среду. Сегодня не пойду. Я сейчас доигрываю чуть, потом играю на сайтике. Не сайт. Ух, я сейчас испугался. Да, будет работа в плане пистолеток. О, граффити.